Доброе утро! У нас сегодня утро начинается с блинчиков, со сгущеночкой. А вчера я пекла курник, девочки. Тесто делала сама. Ну ничего, вкусно получилось. Вкусно. Почти все съели. Вот, Илюша, я тебе положила. Так, ребятки, мы идем за Васильком. Пришел мой Василек на СДЭК. Мальчишек сейчас взяла с собой, на самокате повезем. Там мешочек небольшой должен быть. Я заказывала. Я заказывала небольшой. Девочки, мы уже пришли, забрали Василек. Тёмка вам показывает своего нового барсика. Такой классный. Покажите, он прям школьник, да? Смотрите, школьник барсик. У них сейчас новая коллекция на Васильке. И мы... И Тёмке нравятся они, да, зайка? Он с ними спит. И новый костюмчик у Тёмы. Покажи. Качество. Девочки, я прям всем советую. Встань. Трусики, маечки, вот эти вот наборы обалденные. Щекотно. Я всегда их покупаю. И, ой, а барсик Тёма загляденье. Очень красивый. Прям самый такой школьный у нас барсик. А, кстати, мы рассказали с тобой девочкам, что ты тоже в школу идешь? Да. Нет, еще не рассказали. Девочки, с 6 числа. Когда Тёма... Илюша пойдет? Да, когда Илюша пойдет. Тёма тоже поступает в школу с 6 числа. Его школа будет называться Уникум. Да? Так называется, что уникальные детки там будут. По 3-4 человека он будет заниматься и скоро в школу. Кинуть? А если у него голова затрясется? Голова закружится у барсика. Давай. Опа, такой классный. А весь остальной заказ сейчас вам покажу позже. А с Василька вообще классный заказ. Ну, как всегда, моей мамочке везет. Так, целый, видите, у меня тут склад вещей. Девчонки, сейчас Илюшку мы еще ждем. Илюшке папа заказал какие-то вкусные жвачки. На Валбересе нашел. И мы заказали, сейчас принесет. Да, классный, классный, все увидели. Так, с чего начать? Столько всего. Ой, уже, наверное, Илюшка пришел. Нет, это не Илюшка. Девочки, смотрите, какие... Кстати, Илюш, вообще тебе очень... Одень капюшон, как Тёма. Смотрите, вы узнали, где Тёма? Костюмчики такие хорошие. Качество обалденное. Тёмке чуть-чуть большеватый. 140 сантиметров. А Илюхе, кстати, на физкультуру очень даже неплохо. Но он говорит, что нет, мам, такое на физкультуру не одену. Но костюмы офигенные. Очень мне понравились. Тёма, как всегда, у нас дуркует. А Илюшка ждет, когда будет открывать. Сейчас он покажет, что он принес с Валбереса. Илюха, давай открывай. Девчонки, смотрите, что мы заказали мальчишкам. Сюрприз! Мы такое впервые будем пробовать. Смотрите, какой увидели. Love is. Это папа заказал. Нет, это, кстати, мама заказала. А папа заказал, девчонки, вот такие жвачки. Он говорит, где-то он пробовал, они очень вкусные. Короче, думаю, вот такие. Что самое вкусное, это... Там по 4 штучки, их много. Подожди, Тём, подожди, Зая, подожди. Это буквально тут всех этих 16. Классный, love is. Berry mix. Так, berry дальше. Mix. Подожди, это berry mix, а это черри, это с вишней. Вишня. А у Тёмы вот этот с чем? Это банана, банана, шманана, ух ты. Ну, а вот этот радужный. Класс. А радужный тут, наверное, написано. Будь здоров. Ты что чихаешь? Это ягодный микс. Давайте сфоткаем. Ну, пробуй, пробуй. Да вот здесь, смотрите, у вас вот такая штучка. Вот, тяните за нее, и она открывается. Вот, видите? Прикольные жвачки. Давайте, пробуйте, расскажите. Девочки, на Валбересе мы нашли. Говорят, вкусные. Там 4 штучки, да, должно быть? Покажи. Угу. Давай. Мягенькие. Да. Вкусно? Мне получилось. Тебе 4, да? Что у тебя получилось? Пишу. Короче, в баню. Это яички. Тёма, хватит такие слова говорить. Ну, блядь, ну получилось. Какой еще писюн? Отвали. Очень. Вкусно? У меня уже отвалилось. Блин, жвачки вкусные, правда. А ты вот это попробуй, открой. Кайф. Тёма, это папе попробовать. Маме нельзя газировку. Ну, давайте. Впечатление. Тём, садись вон туда, будешь рассказывать, вкусно или нет. Вон туда. Вон туда. Илюш, ну чё? Это очень вкусно. Вкусно? А сам открывай.
открыл. Ого! Что, давай ты моё пробуй, а я твою. Тёма весь мокрый, мы пока пришли, да. Такая жара. Вкусный. Только что не выпей. Так, дальше вот так. Ну как? Вкусно? Ну, там мне больше нравится. А у Тёмы что там? У Тёмы клубничка, вкусно. А это папе оставьте, папа пусть тоже попробует. Это банан? Нет, это черри, это вишня. Мне больше этот понравился. Девчонки, жвачки вкусные, детям своим приобретайте. Но это не значит, что эту пачку вы должны сейчас всю сразу съесть. Это по одному месяцу. Да, по одному месяцу. Чья бы корова мычала? А в один год. Да. Вот давайте сейчас, смотрите, вот эту верхушку я вам отдам. Ну, вы уберите там, распределите, остальное я убираю, все. А это наш запас на месяц? Да. Я прячу это. Это не значит, что надо все съесть. Там сколько? По три штуки? Там много. Там еще по две. Классные, вкусные. И костюмы с Василька. Так, Василек чуть позже. Девчонки, захотели мальчишки оладушков. Готовлю. Быстренько сейчас. У меня кефир стоит уже давно. Думаю, как раз и оладья пойдут. Вот такие вот маленькие в этот раз. Ложечкой, кстати, удобно накладывать. Я вечно половником, у меня вот такие здоровые. А ложкой вот так вот, маленькие. Кстати, меня многие спрашивают: Оль, как они у тебя такие пышные получаются? Девчонки, раньше тоже не получались пышные. Но вся суть оладушка в том, что нужно много муки. И чтобы тесто было вот такое, видите, густое. Я раньше тоже мало муки, думаю, блин, мука вредно, зачем? А оладьи не делаются без мало муки. Муки должно быть прям вот хорошо, видите, чтобы они вздымались. Соду, конечно, кладу. Тём, а в садике блинчики с чем дают обычно? Ничем. Не, ну какой-то сладости дают с ним? Нет. Как? Раньше нам с джемом давали. Вам джем не кладут, что ли? Нет. Вкусные мамины блинчики? Невкусные? Пепа, наша любимая семейка. Я говорю, это про нас семья. Наша семья. Папа, мама. Это Илюша. Только тут девочка. Это Тюмба. Так, достала свинину. Девочки, буду сегодня мясо по-французски делать. Макс у меня сегодня дома. Кстати, у нас свинины килограмм стоит 520 рублей. Вот. Так что сегодня готовим вкусняшку будем. Ну, для кого-то вкусняшка, для кого-то рот закрыт уже на замок. Так, ну что, девочки, как и обещала, показываю, что мне пришло с Василька. Немного, я вообще сейчас такие заказы делаю. Следующий мой заказ будет подушки, потому что хочу уже к зиме обновить подушки. Одеяло у меня есть хорошие, в том году я еще заказывала с Василька. И я сейчас так, чисто радую маму, папу, такое, знаете, заказываю, ничего такого, не, у меня как бы все в принципе есть. Девочки, сейчас у них новый пошив костюмов, вот этих оверсайз, которые такие типа модные, цвета сделали молодцы, все такие, знаете, моднявые цвета. Я взяла себе синий и салатовый костюм. Кстати, девочки, если вы заметили, я покрасилась, сделала такой вот мой натуральный цвет волос, ребят. Вот это вот мой, как вот у меня с рождения, наверное, цвет. Я его приблизительно... вернула. Вот, челка у меня нифига не растет, я уже не знаю, как ее отращивать. Ну ладно. Так, костюм первый, это синего цвета, еще есть вот такой салатовый. Ну, желтый салатовый, кому, кто как видит, знаете. Он тоже вот такого же цвета, тоже оверсайз. Футболки, девочки, я взяла 54, думала, будет маленький. Думаю, специально возьму побольше, чтобы оверсайз был. Можете смело брать на размер меньше, они такие прям огромные. Вот смотрите, я вам покажу. Вот, смотрите, видите? Вот такой огромный, он на Макса моего, я думаю, подойдет. Вот. Чуть-чуть, конечно, он полнит, но для дома вот так. Нет, он хороший. Кто худенький, тому будет классно пойти куда-то прогуляться. Ну, мне чуть-чуть вот эти футболки не идут. Я как бы и так широкоплечья женщина, а еще эта футболка, и получается намного больше. Кстати, попробовала блеск с этого, с Faberlic. Мне не нравится. Не то, что он классный блеск, кстати, 60 рублей. Просто мне не подходит. Вот. Ну, ладно. Так, дальше, девчонки, взяла вот этот костюм, нашла. Помните, я футболку заказывала с авокадо. И сейчас там у них костюмы появились. Тоже классные для дома. И у меня сейчас футболка и шортики есть. А с этими шортами идет обычная черная футболка.
Так, кстати, вот эти костюмы около 1000 рублей. 900 с чем-то они стоят. Так, я сейчас скажу точно. 999, ну 1000 рублей. Так, дальше я взяла обновить полотенце. Кстати, напишите, кто есть такие же, как и я. Я, знаете, когда ко мне приходят гости, я всегда вывешиваю новые полотенца. Я никогда не вывешиваю старые. Ну, не знаю, у меня такое вот как-то... не знаю, как-то вот мама, наверное, приучила, или сама я такая. Люблю, когда новенькая. Вот приходили ко мне американцы, я повесила новые полотенца и кинулась, думаю, блин, на следующих гостей у меня уже нет полотенец. И заказала еще такие для рук, знаете, чуть-чуть обновить вот эти полотенчики. Я заказываю Туркменистан. Вот, они 100% катон. Короче, классные вот такие розовенькие новые полотенчики. Так, дальше. Девчонки, взяла вот этот хит сезона, платье маме взяла. Блин, ну они классные, вот эти платья. Они такие яркие, вообще крутые. Видите, цвет какой яркий. Вот так маме на улицу пойти в магазин сходить. Вообще офигенное платье. Очень цвет красивый. Стоит это платье... Так, кстати, про комплекты для мальчиков, которые были. Они по 1245 рублей, вот эти костюмы. А вот это платье яркое... 558, если я не ошибаюсь. Да. А басик стоит 1431. Сейчас залезла, у них опять новые барсики. Такие у них клевые. Значит, вот такое маме платье. Девочки, еще смотрите, какое платье я ей взяла прикольное. Я даже сейчас примерю его, вам покажу. Смотрите, какая классная расцветка. Оно прям длинное-предлинное. Смотрите, по щиколотку. Прям модненькое платье, с кармашками. Мама будет королева вообще в этом платье. Девчонки, реально платье клевое. Оно вот здесь вот так присбаривается. Ну, сборочка. Но я думаю, она влезет в него. Оно мне, смотрите, как. Ей будет хорошо. Короче говоря, вот такое красивое платье. Расцветка очень модная, такая стильная. Вообще, Василек молодец. Они вот, знаете, есть... Развиваются, короче говоря, мне нравится. Молодцы. Вот. И вот такое маме еще платье, смотрите. Короче, завалила ее платьями. Вот это такое модное платье. Оно такое темного цвета. Вот здесь вот на сборке тоже классное. Тоже 60-62 я ей размер беру. Вот это вот синее, синее платье стоит... Сейчас я вам скажу. Тем, ты сейчас получишь по жопе. Синие цветы, вот это платье 923 рубля. Вот. А вот это синее пунто платье, это 558. Ну, вот классные платья, скажите, девочки. Тут, видите, внизу вот чуть-чуть оно вот, вот такое, короче, танцы танцевать. Цыганочку. Короче, класс. А сейчас я, знаете, что жду? Я сейчас буду готовить, но еще сейчас жду долгожданного курьера, которого я реально жду. Это Shein магазин. Я вам рассказывала, что в этот раз я заказала платье, ну вот прям вот, которые мне понравились на фотках. Прям вот супер модные. Туфли заказала, не знаю, размер подойдет или нет. Девочки, прям, короче, ждем курьера. Я думаю, что в этот влог я вложу. А может, не вложу, ну посмотрим. Короче, ждем. А на Василек ссылка внизу в описании, заходите. Так, девчонки, Макс мне арбуз принес, удивительно. Он летом вообще не ел арбуз, первый арбуз, который, наверное, он будет есть. Хотим сейчас его порезать, посмотреть, такой с косточками арбузик, сейчас будем резать. Сейчас я его помою, посмотрим, хороший, нехороший. Мы очень хотим попробовать арбуз, и Тёма тоже хочет, да? Тёма, хочешь так? Ой, лопнул. А ну-ка, Илюша, снимай. Ну ничего, кстати, прям, мне кажется, этот арбуз такой прям вот, как сахар. Мне кажется, он очень вкусный. Будешь арбуз? Тёма, не мешай мне играть в GTA. Ну так не делай, ты же балуешься. Кстати, девчонки, арбуз так себе, не айс. Такой, вяленький чуть-чуть какой-то. Ну так, можно пообрезать. Но не айс. Ну, арбузов мы наелись в этом году. Арбуз всегда хочется где-нибудь, знаете,
на бассейне лежишь, да, арбузы. Я помню, мы в том году ходили в этот, у нас тут бассейн есть, виноград. Вот, я помню, у них там сколько, 800 рублей, по-моему, 100, 200, ну, что-то, короче, там арбуз выходил около 2000. Ну, если заказать покушать, я говорю, блин, ну, это в кафе. Вот. Так, ну что, к школе мы практически готовы, девочки, я практически все купила. Сейчас заказала на Валбересе мешок для сменки, заказала шорты белые и этот, шорты и футболку им на физкультуру надо. Потом, что им еще надо? Я уже не помню. Зонты заказала, девочки, зонты заказала. У нас зонтов нет. У Тёмы вообще детский такой зонтик. И у Илюхи нету зонта. Заказала Илюхе обычный черный, а Тёме такой модный. Зонтик. Резиновые сапоги есть. Короче, я такое, знаете, все вроде уже купила. По канцелярке пока ничего, потому что тетрадки есть, книжки есть. Тетрадки купили, которые нужны для... Ну все. Остальное жду, когда уже учительница скажет, что надо, блин, у нас тут рядышком, пойду докуплю. Я много не набираю. Я всегда, знаете, такая, ну есть, вот пошла, взяла. Тёмка с 6-го тоже идет в школу. Ну такую подготовительную школу к этому. 3 раза в неделю у него будут занятия по часу, будет заниматься парень, тоже ему надо купить пенал. Ну, короче, там тоже такие причиндалы для школы. Он мне сказал, мам, давай, когда у меня будет школа, а школа где-то в 4:30, я не буду ходить в садик, понимаете? Парень умный у меня. Блин, девчонки, вы вот не представляете, сколько посылок у меня было, вот ту посылку, которая сейчас придет, я прям жду очень. Мне прям очень интересно, что там получится за платье. На вид они такие прикольные. Ну, еще на мне как будет смотреться, я не знаю. Маме, что ты сюда стала? Да маме придет, вам ничего. Мама себя решила побаловать. Один раз можно маме? Тём. Или нельзя? Мы с тобой сейчас еще пойдем в магазин, маме надо купить этот, еду. Для мамы. У вас сегодня будет мясо по-французски с папой, я хочу себе этот, филе куриное купить. Я тебе что-то куплю. А? Я тебе что-то куплю. Ты себе что-то купишь? Я есть деньги? Да. Без проблем. Так, девчонки, решила сделать, как ее... Мясо по-французски пока жду курьера. Мне нужно в магазин сходить. Я вот в ожидании чуда, как всегда. Так, у меня первым делом я кладу картошку всегда. Соль подзасохла у меня. Сейчас другую возьму отсюда. Так, соль, чуть-чуть соли. Вот здесь у меня свинина уже порезанная. Свининка. Так. Перчика насыпем. Так. Да еще. Кого? Чосик. Нет. Тёма, это жвачки не значит, что их нужно скушать сразу все. Иди, он и кушать тебе даст. Так. Не надо. Сынуль, ну ты уже наглеешь. Последняя. Пока все жвачки не съешь, ты не угомонишься. Mm-hmm. Все, больше нету. Это последняя, на. Так. Вот так. Yeah. Так, значит, картошку чуть-чуть майонезом, девочки, при. У меня вот такой легкий кальве. Так, сейчас вот так. Я без масла. Масло, конечно же, не кладу, потому что сейчас и свинина будет, и картошка. Так, дальше сюда лук. Лука побольше. У меня лук любит Макс. Вот так. Лучок. Так, дальше. Ребят, помидоры. Мясо выкладываю на картошку. Мясо на картошку, потому что оно пустит сок, и картошка будет обалденно вкусная. Вот так. Ой, какой лук. Так, вот так мясо. Так, на мясо тоже можно чуть-чуть майонезика. Так, майонезика на мясо.
Так, сейчас помидоры подготовим. Так, еще сверху лучка положила. Теперь помидорки. Помидорки. Вот так. Так, помидорки. Можно еще сверху картошки слегка и сыр. Сыра у меня немного, кстати, последний, вот голландский. Сейчас сверху его натру и будет вкусно. Так, ребят, сверху еще картошку положила и майонезом помазала. Вот так получается. И сыр оставшийся, что у меня есть. Вот такая вот воскресный ужин для моих мужчин. Так. Так, и в духовку минут на 40-50. Так. И в духовочку. Так. Все. Девчонки, а я себе на обед сделала бутерброд с этого лаваш у меня. Тут много огурца, чуть-чуть сыра альмета и красная рыбка. Это мой обед. Мяско у меня уже готовится. О, сейчас буду пить кофе и ролл свой есть. Кайф. Ты за кем подглядываешь? Папу ждешь? Это соседи у нас бьют дверями, как будто, я не знаю, они как будто какие-то тяжелоатлеты, да? Аж весь дом трясется. Иди к нам, расскажи нам что-нибудь. Не надо так делать. Ты готов к школе, Тём? Да. Как ты будешь заниматься в школе, расскажи. Плохо. Плохо будешь заниматься? Двойки. Какие оценки ты будешь приносить? Двойки. Двойки? Ну, классно, классно. Мама будет тебя очень хвалить за это. Хорошо? Да. Скажи, пожалуйста, знаешь, какое слово? Температура. Тимпантуя. Еще раз, подойди поближе. Тимпантуя. Как? Тимпантуя. Тимпантура? Да. Тёма сидит, ждет мясо по-французски. Сейчас будет кушать. Я не буду. Почему? Потому и по капусте. И по капусте потому? А что это значит? Я не буду. Сейчас упадешь. Я хочу и батаю. Ну ты что-то разошел. Что, приехала моя долгожданная посылочка. Я надеюсь, что... Я прям кайфану от этой посылки, девочки, потому что платья действительно такие летние, прикольные на фотках. Но вы знаете, как, ну, как бы, да, бывают огорчения, когда заказываешь с Китая. Но в Шиине, в принципе, мне нравится. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну что, девчонки, я уже примерила первое платье. Короче говоря, оно немножко большеватое вот здесь, но в подпояс вроде бы неплохо. Честно, я его по-другому немножко ожидала увидеть на себе, но чуть-чуть большевато, но не столь плачевно. В грудях вроде бы, да, чуть-чуть вот как бы. Вот, но само платье очень прикольное. Туфли тоже с сайта Shein. Девочки, посмотрите, ну я в них ходить не смогу, это точно. Но туфли прикольные, смотрите. Вот такое платье. И смотрите, какой каблук на туфлях. Они вот здесь идут с золотой цепочкой. Ну, выглядит это, конечно, очень неплохо. Но ходить в таком, я не знаю, буду ли я или нет. Как вам? Пишите. Можно вот так без пояса. Но без пояса прям такое большеватое, не знаю. Я еще вчера так ногу натерла. Из-за этого вот так вам показываю. Ну, вот такое платье. Ну, размер поменьше. Видите, не угадаешь. Я все заказала 0XL. Вот одно прям, которое я очень сильно ждала, оно мне маленькое. Вот это большое. Все 0XL, девочки, размер. Вот. Да, от этих туфлей у меня ноги будут болеть. Ну, вот так. Я такой каблук в жизни не носила. Сейчас покажу вам поближе. Хотите? Сейчас, секунду. Кстати, что-то так жарко, Тём. Давай кондиционер больше сделаем. Давай. Вот такие туфли, девочки. Ну, каблук просто огромный. Они идут вот здесь цепочкой. Ну, прикольные туфли.
Ну, это чисто, знаете, для фотосессии взять, одеть, но это я уже такое не ношу. Я женщина уже престарелая для таких туфлей. Девчонки, молодая была, ой, на каблуках только так ходила. Сейчас не, уже не мой вариантик. Ну, на фотосессию будет круто. Девочки, следующие туфли. Смотрите, какие классные. Голубенькие, модные, типа Манола Бланик, да? Манола Бланик, ну, похоже. Made in Shein. Кстати, маломерки, вообще все туфли у них маломерки. Я ношу 40-41, тут надо было, заказала 42, и то, знаете, так, впритык. Сейчас покажу следующее платье. Так, девчонки, следующее платье, вот такое голубенькое. Я подобрала, одела свои сережечки, чтобы красиво было. Вот такие вот сережки, это мои. Так, платье тоже чуть-чуть, мне кажется, маловатое в грудину. Как бы не плачевно, но слишком объемно, но неплохо. Я ее, и когда выбирала из платьев, хотела летнее вот такое платье и вот эти голубые туфельки. Знаете, один туфель хорошо разношенный, второй нет. Видимо, этот мерили левый, а правый поджимает. У меня просто еще нога натерта. Ну, вот такое платье. Ну, оно такое простенькое. Вот. Мне кажется, можно его одеть куда-нибудь. Не знаю, правда, куда. Девчонки, ну, не знаю, пишите, как вам платье. Нравится, нет? И про обувь напишите, стоит. Ну, как вам? Ну, образ был подобран именно вот к этому платью. Ну, я имею в виду туфли и платье. Так, сейчас померю третье платье. И есть еще одно платье, которое я не померю. Оно мне маленькое, девочки. Но оно мега крутое. Смотрите. К нему, короче, надо худеть. Грудь слишком большая для этого платья. Но оно мега крутое. Оно такое красивое. Так же... Но я похудею. Будет стимул похудеть как раз к этому платью. Но тут надо, чтобы грудь похудела. Но платье офигенное. Тут сзади, видите... Такой поясок прикольный, короче, классное. И сейчас покажу платье, которое сейчас входит в моду. Ну, оно как бы не уходило из моды, но покажу, как оно выглядит на мне. Ребят, это вот такое велюровое платье. Велюр, кстати, очень добротный. Платье очень красивое. Я буду его носить, это 100%. Потому что оно классное. Я его вижу, знаете, с чем? С лоферами. И может даже носок, ну, вот будет носок, лоферы. Короче, вы увидите меня обязательно в этом платье. Подписывайтесь на мой инстаграм, все там будет. Ну, многое. Куда-то мы поедем, я обязательно померю, вам покажу. Я прям вижу это платье, такое, знаете, лоферы свои новенькие одену, и будет вообще круто. Короче, вот такое классное платье. На самом деле, я очень разожралась. Я толстая сейчас, страшная. Ну, ничего, я... В процессе опять, девчонки, опять в процессе похудения, потому что опять разожралась и, конечно, иду к цели опять. Ну, у меня всю жизнь, ну, борьба с весом, это как бы даже, ну, акцентировать внимание на этом не хочу, потому что вы сами знаете, я постоянно то худею, то поправляюсь. Но сейчас я набрала мешок, да я давно уже набрала, я никак не могу сбросить. Короче, это платье мне очень нравится. Оно даже круто будет с этими белыми, тоже, по-моему, сейчас померю с белыми. Так, девчонки, смотрите, вот с этими туфлями, как считаете, норм? Так, не упасть бы. Кстати, у этих туфлей снимаются цепочки, можно просто, как, знаете, носить. Туфли, кстати, вот честно вам скажу, я никогда не покупала обувь Шина, но качество очень даже неплохое. Хоть это, конечно же, не кожа, но нормально, норм. Вот такое вот платье. Короче, мне это платье очень нравится. А как вам? Пишите ваши комментарии, девочки. Потому что мне прям очень хорошо. Люблю. Люблю вот эту всю оборку. Я еще закажу себе какое-нибудь платье на осень. Такое с этим... Ну, с воротничком, да? И велюр очень прикольный. Неожиданно прикольный. Он очень легкий. На него ничего не цепляется. И, короче, кайф. Только вот тут оборку нужно внизу погладить еще. И будет вообще супер. Так, ну вот такие вот, такая вот посылка мне пришла. Сейчас мне нужно все это убрать. Не знаю, сейчас Макс придет, покажу ему. Мне кажется, хорошо. Ну, на этой ноте, наверное, мы с вами закончим, потому что сегодня уже ничего интересного. Девчонки, оставайтесь со мной. Завтра, кстати, я вам покажу мега крутой комбинезон с Faberlic, который я купила для фотосессии. Завтра еще должны туфли прийти, такие
Инлуошли. Короче, увидите все завтра. На сегодня все. Подписывайтесь на мой инстаграм. Вот он. Обязательно подписывайтесь, потому что все мои прогулки вы увидите там. Мои наряды, луки, все остальное. На сегодня все. Всех люблю, целую. Пока-пока.